Проект под названием «Девочки никогда не сдаются» заинтересовал телезрителей, особенно женскую половину, поэтому продолжение обязательно будет. Разработчики не скрывают, что за основу проекта они взяли схожий по тематике американский сериал, но продукт отечественного производства все же несколько отличается, поэтому он получил свою аудиторию. Рейтинг проекта средний, но продолжение планируется разработчиками в скором времени. Они намерены удивить телезрителей. Второй сезон сериала «Девочки не сдаются» обещают выпустить совсем скоро. Точная дата выхода пока еще неизвестна, но ожидается, что это будет весна 2019 года.